Я горжусь, что мне довелось соревноваться с ребятами, которые сейчас выйдут на лед, потому что они удивительные, потому что им много через что пришлось пройти в жизни, потому что было тяжело, было трудно, но они выстояли, преодолели и победили. Чемпионы мира и Европы, олимпийские чемпионы Турина, Татьяна Татьмянина и Максим Маринин. Когда Татьяна и Максим выходили на лед, в них всегда чувствовалась уверенность, абсолютная готовность к старту. Такая готовность, которая должна быть у каждого, кто хочет выиграть Олимпиаду. Как сияет на небе солнце, как спокойно это море. Улыбнись и не грусти. В этом мире быть не может ни беды, ни зла, ни горя. Боже мой, не допусти. Татьяна и Максим выступали под песню, которую исполнила замечательная актриса, участница проекта «Ледниковый период» Валерия Ланская.